Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств Viking Touristic. Мы находимся с вами в регионе Сиде. Будем сейчас с вами инспектировать отель Milas Holiday Village. Ресепшн. Ресепшн находится под открытым небом. Посередине растут пальмы, фонтан. Открытая территория получается, open air. Зеленая территория. Гуляем по территории. Бунгало двухэтажные. Это представитель отеля. С представителем компании TUI ведут нас смотреть стандартный номер. Burada istersen gelsinler, ben sana anlatayım, sen tamam. İnsanlar. Ya da şu aqua çekecekler, oradan atalım. Öyle çekelim. Bizim bu aynı büyük alan, iki otel yan yana. Теннисный корт, бассейн, водные горки. Номер 512 стандарт. Находится он на втором этаже. Света тут нету, к сожалению. Ванная комната. Здесь у нас ванна, душ. Так, плитка, две кровати, плазменный телевизор, кондиционер, балкон небольшой. Вот оно море, даже видно с этого номера, с видом на море частичным, бассейн, территория. Я говорю, египетский какой-то стиль. Чайник есть. Включили свет в ванной, давайте снимем ее. Чтоб уже было понятно. Бассейн небольших. Здесь же бассейн побольше, глубже, 135 сантиметров. Судя по всему, он с подогревом. Да, вода в нем теплая. Привет! Да, меня дядя Женя зовут. Да, он угадал. Я не знаю, еще прочитал или... Как вам отдыхается? Нравится отель? Хорошо, хорошего вам отдыха, спасибо. Бассейна. Малыш купался в бассейне, угадал мое имя, сказал: «Привет, дядя Женя». Не знаю, было слышно, не было. С 12 до 17 мороженое можно покушать. Ну, наверное, у нас
амфитеатр, здесь же настольный теннис. Мы с вами идем на пляж. Вот он, красавец. Пляж песчаный. Всегда очень хорошие пляжи. Практически везде песок. Мелкая фракция песка. Иногда встречаются плиты, но очень-очень редко. И, как правило, их можно обойти. Еще один бар. Добрались сами для пляжа. Между пляжем и отелем проходит променад. Он ведет до Сиде. Вот там вот Сиде находится. Можно погулять вечером. Вот смотрите, с одной стороны плита. Они собрали вход песчаный. Все как вы любите.